все новости 20 марта 2018 года, 12 часов 30 минут. Футбол, прочие турниры. Национальная команда Бразилии продолжает подготовку к товарищеской встрече со сборной России, которая пройдет 23 марта в Москве. Сегодня, 20 марта, в тренировке бразильцев приняли участие все заявленные футболисты, сообщает корреспондент чемпионата Григорий Теленгатер. По решению тренерского штаба бразильцев у команды не запланировано прогулок и посещение мероприятий, несмотря на отсутствие запрета на выход из отеля. Также не предусмотрено открытых тренировок для болельщиков в связи с тем, что с сегодняшнего дня сборная Бразилии тренируется в полном составе. На занятия больше не привлекались игроки молодежной команды московского «Спартака». Как сборная Бразилии разминалась с молодежкой «Спартака» – фоторепортаж источник «Чемпионат». Сообщить об ошибке комментарии 0 20 марта 2018 года.